Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Максим, и так, как вы видите, наконец-то вышла новая Call of Duty под названием Advanced Warfare. Так, давайте начнем. Сложность выберем закаленный. Я всегда серии Call of Duty прохожу. Но... Или ветерана взять? Не знаю, нет, сначала давайте с закаленным пройду, а потом как-нибудь для себя с ветераном. Давайте начнем. Это чё? Мы приходим в этот мир с закрытыми глазами. Экзоскелет? И многие всю жизнь так и живут. Мы слепо идем за любым вождем, лишь бы нам дали шанс наполнить свою жизнь смыслом. Для меня это был десант. Полгода назад мы с моим лучшим другом Уиллом стали солдатами. Мы оказались на другом конце света, в Южной Корее. Братья по оружию. Нам часто приходилось туго, но я всегда знал, что могу на него рассчитывать. Надо будет включить субтитры. Веселей, Митчелл. Все не так уж плохо. Ну ничего, сейчас начнется. За этим мы сюда и пришли. Но мой отец был морпехом, так что у меня особого выбора не было. Вот как? Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ну, дальше уже некуда. Так, внимание! Слушайте! У нас приказ проникнуть на Эпсилон. Быстро и грубо, как мы вас учили. Во всем разобрались. Все знают, куда идти. Ура! Все готовы? Ура! Ну, поехали! Митчелл, Айронс, вперед! Работаем. Что они кричали? Ура! Северные корейцы напали на Сеул. Сумели дать им отпор. Это было не задание. Это было посвящение. С северными корейцами. О, это интересно. Надеюсь, сюжет не подкачает. Так, нужны субтитры. Неужели их нету? Ну окей. Пусть будет так. Боевое крещение. Сеул, Северная Корея. Барсук 01 на связи. Или Южная. Блин, провтыкал. Держитесь, парни. Поехали. Как на учебе, Митчелл? Да-да. Вау. Отцепились. И сразу подбомбили. Ну, круто. 30 секунд до точки входа. Как всегда. Эй! Увидимся там. Где? На том свете? Господа! Зона снижения под мощным обстрелом. Вас понял, вас понял. Держись! Митчелл, закрой бронещиты! Давай, Митчелл, быстро! Митчелл, давай! А нажимай, нажимай. Меняю точку сброса. Ох, что за черт? Приготовились!
Мягкая посадка. Ничего не скажешь. Ты как, цел? Цел, я цел. Вы целы? Митчелл, к двери. С ноги железную дверь, да? Вау. Вас понял. А я? Группа, не спать. О. Так бы сразу. Осторожно. Ух, блин. Черт. Так, нам надо оказаться внизу на земле и связаться с подрывником один. Вау. Понял, сэр. Уху-ху, настоящая война, да? Конечно, чисто, я всех убил. С этой стороны есть место для высадки. Свободная площадка. Придется прыгать. Всем приготовить бустеры. Бустеры? Не забудьте, контролируем снижение короткими выбросами. Так, стоп. Чуть звук. Четыре. F. А, при падении для безопасного спуска R. Оу! Ты как? КП должен быть впереди. Это наш? Это все наши. Вау. Это танчик. Пушечка такая. Чувак, с ним все в порядке? Оу-хо-хо. Ладно. Пистолет прикольный. Тихо там. Чё за девка? А вы кто еще такие? Группа Робокопы. 227-й. Оказываем поддержку подрывнику один. Они уже идут. Думал, что вас всех ухлопали. Где они? Два клика к северу-западу, квадрат 775. Хорошо, выступаем. Барсук 01, внимание, к вам приближается рой дрона. Вас понял. Всем смотреть. О. Оба. Что за нахер? Ой. О! Что? Блин. Первый блин комом. Береги голову. Контакт. Пью-пью. О. Охо-хо-хо-хо. Примерно там патронов 466. Это дроны. Какого хера? Чё это такое? Ух ты, ёб твою! Укрыться, укрыться! Берегите себя! Кто-нибудь залезьте на эту турель! Какую турель? А, вот вижу. Митчелл, давай на эту турель! Давай. Не подпускай к нам дроны. Нужно время, чтобы зарядить теми. Эми
60%! Не могу прицелиться! Эми, заряд полный! Огонь! Серьезные повреждения! Группа борту! Спасибо за... Отличная работа, боец! Прикольно. Что? А я так могу? Митчелл, сюда! Митчелл, о-хо-хо! Крутяк. Надо пробиться через отель. Враг на тросах. Нам враги на тросах. Патроны. Что? Класс. Сколько их? Оу! Чуть не умер. Балкон снял. Давай, давай. Даю, даю. Надо перебраться на ту сторону. Готовьте бустеры. Бустеры. Ой, я забыл. Круто. Чем проще, тем лучше, а? Митчелл, весь город да. снесли. Что это? Языком трепать. Пошли. Ой. Установка Хейвен прямо по курсу. Вау. Это наша цель. Мы должны найти наших подрывников. Они уничтожили целую улицу. Ракеты «Хавок». Северные корейцы разносят основные дороги. Чтобы попасть в торговый район, нам надо как-то обойти этот провал. Противник 1, это «Барсук 01». Вы там? Прием! Что это? Вас понял. Принимаем. Идем пешком, будем через 15 минут. Понял. Поторопитесь, Барсук. Дроны! Это дроны! Мама! Я не боюсь! Ох, нихера себе! Да прикройте меня! Это жесть! Нифига не видел. Понял. Поторопитесь, Барсук. Это дроны! Оу! Сколько их? Все? Всех? Чисто! Хорошо.
Чисто это хорошо. Это что? What? Не, ну нафиг. Вау. Они пускают дым. Кидай сенсорную гранату. Прикольно. Сенсорная граната. Первый раз такой слышу. Но мне нравится. Оу, кто это? Это мои, блин. Непривычно. Вот дерьмо. Эти твари всех убили. Не отвлекайся. Мы им уже не поможем. Митчелл, открывай ворота! Робокоп! Что? Это я так открыл ворота? Куда палишь? Тут свои! Назовите себя! Спасатели из Атласа. Из чего? Важную персону. Атлас. Как у нас дела на юге? Дерьмо. Давай в восточный туннель. Вас понял. Вперед! Удачи! За мной! Уилл, это не твоего отца компания? Да. У них лучшее снаряжение, платят отлично. Почему ты сам не завербовался? Я хотел служить своей стране. Наши или нет? А не своему папе. Хорош болтать. Впереди движение. Патруль. Кладем их. Есть ножик? Что? Что я сделал? Он еще! Ох-хо-хо-хо! Нормально, да? Патруль, кладем! Так клади! Блин, жестко. Наваляли мне. Все? Митчелл, прикрываю тебя! Ага. Замаскировались. Тот то ли пипец. Хорошо стреляет. Воу, воу. Ох ты ж, пипец.
Больно мне, больно. Да бляха-муха. Жесть. Ой, сори. Ох ты ж фак. Хо-хо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И там, и тут, и там, и тут. Что мои делают, не знаю. Что это? Контакт на 11 часов. Вот что ты сидишь тут? Ни хрена не делают. Всю работу за вас делают, а? Пошел ты. Умри. Хе-хе. Подорвать хотел, да? Один, мы здесь. Черт, надо двигаться. Да неужели? Вы кого-то убили? Без меня. Только прыгать и умеют. Что это, хавчик? Я хавчик хочу. Я кушать хочу. Нам нужно найти подрывников. Митчелл, сюда. Вау. Там пусковая установка «Хавок». Подрывники должны быть рядом. Вон там! Черт! Убиты! Так. Так. Я вижу их взрыв-пакеты. Мы сможем справиться сами. Сэр, мы не подрывники. Нет, мы не подрывники. Но если мы будем ждать следующую команду подрывников, пусковая установка успеет сменить позицию. Я заберу заряды, сэр. Просто прикройте меня. Уверен вы? Да. Я справлюсь. Хорошо. Митчелл, пойдешь с Айронсом. Возьми эту хрень. Мы тебя прикроем. Ну, начнем. Враги на балконе! Зря я полез. Обожаю эти гранаты. What the fuck? Эй.
RPG. Да умрите. Ох ты, блин. Нет. Контакт! Заряды с часовым механизмом! Берите их! Контакт на 9 часов! Что это сделал? Уилл, на установке тяжелая броня. Контакт! Ты должен найти панель доступа и поставить заряды в нее. Вас понял, сэр! Митчелл, за мной! Давай докажем, что эти ребята умерли не просто так! Ох, отлично, я прыгнул, конечно. Вас понял, сэр. Митчелл, за мной. Давай докажем, что ребят умерли не просто так. О, что это? О боже! Как же тут до хрена всяких роботов? На установке тяжелая броня. Ты должен найти панель доступа и поставить заряды в нее. Вас понял, сэр! Митчелл, за мной! Давай докажем, что эти ребята умерли! Ух, нет. Так, что там кто стреляет? Так, стоп. Ах ты ж... Что? Да кто там? Митчелл, сюда! Иду. Заряды! На. Таймер установлен. What the fuck? Черт! Я сломал руку! Отрежь ее! Больно! Ну, тяни! Черт! На таймер забей! Еще раз! Дергай! На таймер забей, говорит.
Спасибо. Мы взлетаем! Уходи быстро! Митчелл! Блин! Нет времени! Ну давай, прыгай! Порядок. Там увидимся. Какого хера? Там, блин, круто. На том свете. Блин. Дружище. Ай. О-хо-хо! Так еще дверьми получить. Кто это? Митчелл! А. Командир нас? Космонавт, Барсук 2 ранен. Эвакуация! Держись. Не уходи. Все будет хорошо. Ты скоро будешь дома. Чья это рука? Это не моя рука? Блин, это моя рука. Жесть. Очки улучшений. 3. Улучшение в 2. Вау. 4 очка. Сопротивление. Отдача. Отдача. Вот это вот нужно улучшить. По-любому. Тряска. Что за тряска? Перезарядка. Быстрее, быстрый прицел. Сопротивление. Сопротивление типа здоровья, да? Урон от взрыва, да. Урон от взрыва. Ну, окей. Мы улучшим. Тряска. Прицел при попадании сбивается меньше на 40%. Хорошая штука. И все вроде бы. Да? Нормально? Так, ну что ж, давайте завершим на этом первую серию. Надеюсь, вам понравилось. Игрушка отличная. Будем продолжать. До скорой встречи. До новых серий. Всем пока-пока.